Число пострадавших от клещей приближается к 1000. Картина прошлого года была драматичнее. За аналогичный период от маленьких вредителей пострадало в 1,5 раза больше югорчан. Основное место нападения клещей – огороды и дачи. Второе по популярности – город. Лес лишь на 3-м месте. В парках противоклещевую обработку проводят в первую очередь. Потому зоны отдыха остаются довольно безопасными. В них зафиксировано всего 10 случаев. Управление Роспотребнадзора по Югре напоминает жителям, планируя поездку на природу или даже прогулку в парке, лучше всего прихватить с собой противоклещевой репеллент.